Дорогие друзья, и одна еще из приятных новостей во всем этом подорожании в то, что 404-й ДВшки в эту волну не попали. Они остаются по той цене, по которой, в принципе, стояли и летом. Данный трактор 40-сильный, имеет двухдисковое сцепление, medium трехточку, вот с такими вот ребрами жесткости, вал отбора мощности, заднюю прицепное под прицеп. Гидропара на данном тракторе, фара, зип-набор с эксплуатационной книжкой на украинской мове, колеса в нас идут 11,2 на 24, задние есть ручка для удобного такого взбирания на него, боковой важель перемыкания передач, 4-ступенчатая коробка передач повышена-понижена, 8 плюс 1, получается 8 плюс 2, зашитая тут сиденье получается пластиной, навеска, вал отбора мощности, двухскоростной, передний мост принудительно включается, приборка обычная, простая, комбинированная, ступенька для оператора, четырехцилиндровый двигатель JDM-490 на 40 лошадиных сил или 29,40 киловатт. Данный трактор получается сертифицирован, сертификат соответствия продукции имеет. Вот такой вот здесь аккумулятор стоит, сотка, все-таки мы узнали, 100 сотка миллиампер и 11 килограмм в каждом грузе, 4 блина в общем. Приятный зеленый цвет, также они есть в синем цвете, в зеленом, бывают в красном цвете. Вот такой вот ДВ-404 АД укомплектован полностью, готов к эксплуатации, сборка Днепропетровского тракторного завода. И данный трактор был выпущен в 2020 году, в середине где-то 2020 года. По всем вопросам обращайтесь на наш канал по номеру, который здесь указан внизу в этом видео, или если вы хотите посмотреть весь перечень, весь ассортимент продукции, вы можете заходить на сайт, ссылка которого находится здесь в описании. Всем хорошего дня, хорошего настроения. С вами был канал Мини-Трактор Украина. Показывал вам вот содержание данного трактора, как он выглядит. По цене обращайтесь. Данный трактор не подорожал. Туннель короткий, утоплен. И это дает вообще классно. Много рабочего места, 40 пространства. Сил, и все управление по бокам, никуда не надо тянуться. Вот это то, к чему сейчас хотят прийти все китайцы. Дэнфэн, Гиджи.